И депутаты принимают какие-то активные меры к отказу от финансирования непрофильных активов в нашем бюджете. Я вот вам просто, как тут человек пока неопытный, закинул пробный шар на 10 миллионов рублей. И вы все равно вот этот шар катите в свои ворота. Это АИР 8,5 миллионов рублей и ДНД 1,8 миллиона рублей. Вам прямо уже говорят, что там воруют, там непрофильный актив, потому что АГК готовы предоставлять этих понятых несчастных полиции, если им так надо, этих понятых. Нет, вы все равно мне вот эти отписки шлете, и все равно вы вот тихим сапом проталкиваете эти 10 миллионов в бюджет, ни копейки не пытаясь срезать и проанализировать доходы. Это пока я вам цифру говорю на 10 миллионов. Я вам обещаю, что на следующий год я вам на 100 миллионов выкачу вот эти цифры все и дам полное обоснование. Мне года вполне хватит вот этих непрофильных активов и потерь внебюджетных, которые идут внутри еще. Но почему Хорошо. Вы каждый раз отказываетесь от цифр от моих, умалчиваете, пытаетесь перенести на следующие комиссии, и ни копейки здесь не прозвучало за два наших слушания, что вы хоть какую-то одну копейку попытались сократить бюджета и перенести на более социально значимые. Борис Иванович, ваше выступление понятно? Мы же уже говорили о том, что этот вопрос мы поднимем на отдельные комиссии по бюджету, рассмотрим. И если будут на то основания, мы внесем корректировку в бюджет. Но администрация города и сейчас имеет возможность без нашей комиссии. Сейчас не имеет возможности. Мы только внесем корректировку, если будут на то основания. Рассмотрим предметно. Вернемся к этому вопросу.